Сколько бы ли активистов наших накануне не задерживали бы, их мало. На каждого нашего активиста они тратят 3-4 человека. Вот представьте, если бы у нас в Алматы было 500 активистов, им пришлось бы 2-3 тысячи полицейских за ними отправлять на транспорте, то есть вся полиция страны или города была бы парализована. То есть это о чем говорит? Когда говорят мне, что полиции было много, я говорю, нет, не полиции было много, наших активистов было мало. То есть достаточно было 500 сильных активистов, на них власть бросила по 4 человека на каждого, 2000 полицейских, 2000 машин, все, полиция вся лежала бы парализованная. Сегодняшняя ситуация по митингам говорит о следующем, что активных людей было мало. Буквально несколько десятков активистов в каждом городе власть задержала, до 100 человек максимум. И все, они выбили смелых людей, и некому стало вести протестную массу. Это о чем говорит? Что наших ячеек, способных вести людей, еще мало. Надо проводить работу в этом направлении, во-первых. Второе, мы должны получить численный перевес в большую массу. И как практика показывает, когда мы набираем массу, среди этой массы всегда найдутся новые лидеры. И сейчас я еще раз повторяю задачу. Нам надо добиться, чтобы наш чат вырос без каких-либо проблем до 100 тысяч человек. Если 30 тысяч человек приведет 3-4 человека за собой, нас стремительно станет 100 тысяч человек, и вы будете знать, что вы в состоянии убедить 3-4 человека и в состоянии с ними прийти на эти митинги. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.